Узоры любви. Авторы сценария. Режиссер-постановщик. Оператор-постановщик. Художник-постановщик. Художник по костюмам, оператор, композитор, текст песен, редактор, звукооператоры, грим, ассистенты. Администраторы, директор фильма. Роли исполняют. Постановка танцев народной артистки Таджикской ССР Зебо Аминзоде. Эстрадный оркестр «Гульшан» Государственного комитета телевидения и радиовещания Таджикской ССР, лауреат Государственной премии Республики имени Рудаки. В фильме снимался ансамбль танца «Зебо». Сегодня Зафарджон приезжает. Знаю.
Кто хорошо танцует, тот и трудится с огоньком. Ну-ка, девочки, за работу. Так, как у тебя? Хорошо. Но этот цветок лучше для полы камзола. Посмотрим. Вообще-то неплохо. Только этот узор должен быть потоньше. Так будет лучше. Ладно, как у тебя, Мукарама? Не спеши, милая. Здравствуйте, Хурмуапа. Здравствуй, Бибигуль. Как дела? Спасибо, хорошо. Здравствуйте, тетя Фируза. Здравствуй, Бибигуль. Добро пожаловать. Как настроение? Хорошее. Ты тоже хочешь стать золотошвейкой? Да. Что это у тебя? Ребенок. Чей? Мой. Твой ребенок? Откуда он у тебя? Сама шила. Вот это да. Ну-ка, покажи свое дитя. Ах, какая красавица. И как зовут эту прелесть? Гульнисо. Очень красивое имя. Говорит колхозный радиоузел. Уважаемые радиослушатели, настало время производственной гимнастики. Тетя Фируза, время! И правда, встали, девочки. Быстрее, девочки, быстрее. Заняли свои места. Руки в стороны. Thank you.
Ну-ка, уважаемый, кто встретит дорогого гостя? Я, папочка, я. Верно. По обычаю первыми встречают те, кто пониже рангом. Потом... Потом... Потом кто важнее. Пошли. Салам алейкум, Фирузаджон. Салам алейкум. Здравствуйте, уважаемый Фируза. Здравствуйте. Вот и настал радостный день. Да, спасибо. Счастливая, Гульбахох. Еще неизвестно. Запаздывай. Может, случилось что? Ничего страшного, уважаемый Фирузаджан. Моряк может и задержаться. Хотите, скажу, почему запаздывает? Какая-нибудь красавица утопила его в море своей любви. Не могу успокоиться. Не печальтесь. Сердце матери никогда не знает покоя. Наберитесь терпения. Скорей бы приехал. Дорогие гости, моряк вернулся в родной Кишлак. Это большая победа. Победа мирного времени. Колхоз наш богатый, доходный. Но дело не только в этом. Не секрет, что современная молодежь спешит за своим счастьем не на коне, а на автомобиле. Немало у нас красивых девушек. Они – счастье молодых людей. Но сила наша, дорогой Зафарджон, в труде. Можешь стать чабаном, хочешь – работай на ферме, а то и на стройке. Словом, везде, где пожелаешь. Добро пожаловать. Милый мой, все глаза проглядела. Расскажи нам, где был, как служил, кто твои новые друзья? Чего дидию? Не знаю, с чего начать. Здравствуйте, Гульбахор. Оставьте меня, Анварджон. Мы вместе пойдем домой к Зафару. Ассаламу алейкум. Не хотел рассказывать, но раз так, слушайте. Брали бы пример со своего товарища. Не как вы, целый день с коровами да с телятами. Вот он, настоящий мужчина. Да, я люблю свою работу, своих коров. И меня вместе с ними. Как можно говорить такое, Хурмаджан? Простите меня. Ни за что не прощу. Мне стыдно за вас.
Соловей в саду любви, ветерок поет мне только о любви. На дорогу я смотрю с такой тоской, милый, верю, скоро встретимся с тобой. Здравствуйте, Гульбахор. Почему вы не замечаете меня днем? Подкрадываетесь ночью? Я так ждала вас, а теперь видеть вас не хочу. Но вы пришли не одна. Простите меня, Гульбахор, я ошибся. Я виноват, Гульбахор.
Словом, я позвал вас за тем, чтобы... Я сама пришла к вам, потому... Может, сначала вы скажете? Нет, сначала вы. Будь по-вашему. Знаете, я хотел сказать вам очень важное. Вам известно, что люди вас уважают. Весь кишлак вас уважает. Балки, тому ми колхоз хурмат меконат. Извините, султанака, мне кажется, вы хотели сказать совсем другое. Давайте поговорим откровенно. Ну хорошо, откровенно так откровенно. Вы же знаете, дорогая Фирузахон, мы построили новый клуб, новую ферму, расширили сады и виноградники. Извините. Да? Слушаю вас. Именно. Есть решение правления. Да-да. Всего хорошего. Я буду. Так, о чем мы говорили? Да, построили новый детский сад. Теперь наши женщины будут оставлять детей там. Словом, они довольны. Но вопрос кадров очень серьезный вопрос. Наши девочки должны с детства учиться золотошвейному мастерству. И потому, дорогая Фирузахон, большая просьба. Обучайте их своему искусству. Обучать моему искусству? Но на кого оставлю свой цех? Я понимаю. Это очень важный вопрос, особенно в нашем горном кишлаке. Вот и отлично. Прошу вас, Фирузахон, возьмите это на себя. Теперь послушайте меня, султанака, о кадрах. Если мой Зафар не спит всю ночь, что у него болит? Что вы скажете на это, султанака? Что скажу? Какая болезнь может быть у такого здорового парня? Душа, султанака. Только душа. Извините, уважаемый Фирузахон, но если жених не обращает в день приезда внимания на невесту... Жаль, что у молодых нет согласия. Хорошо, что у нас, старших, нет разногласий. Тебя с цветком сравнить я рад. Мне птицы о тебе твердят. О, тополь, как волшебный най, мне о любимой напевай. خواهم که او برایم با شرم و خنده و ناز با شرم و خنده و ناز так трудно с тайной в сердце жить ее тебе хочу открыть души моей весенний сад цветением трепетным объят از گلی فراوان
نم صد باقی نم شکوفتم من از سما ببینم صد باقی نم شکوفتم اما کجاست جانان در خوابی ناز خوفتم در خوابی ناز Смотри, несчастный влюбленный, так и ходит за тобой по пятам. Ну и пусть ходит. Мне-то что? Ладно, подружка, я пошла. До встречи. До свидания. Гульбахор, простите меня. Салам алейкум. Ва алейкум ассалам. Модарджон, вахш. Мама, нам пора идти. Извините нас. До свидания. Идем, сынок. Странно. И в тот миг, когда мы бросились в атаку... Гляди, твой Маджнун идет. Правильно, во флот иди. Здравствуйте, товарищ председатель. Ну-ка, ребята, все на ферму. Нужно там потрудиться. Послушайте о подвигах, интересно. Подвиги на ферме. Всего хорошего. Ничего, он еще поймет, кто мы такие. Я золотошвейка. А золотая нить крепкая. Thank you.
Кани ширинакам, кани мигрубонаки ман. Салам алейкум. Салам. Сахи шау. Кани ширакатро азму. Ну, дорогая, не скупись. Не жалей молочка. Моя красавица. Вот так, вот так. Между прочим, погода хорошая. Хурмо, вы? Счастливая пора для некоторых. Это верно, счастливая. Друг ваш счастливый, отслужил в армии, вернулся. Да, счастливый. Женится уже. Я бы тоже женился, если бы согласилась. Ну, невест у нас много, было бы за кого выйти. А вот мужчин настоящих у нас мало. Не все заняты мужским делом. Хурмо, если бы это кто другой сказал. Что бы тогда? Тогда бы я знал, что ответить. Что бы вы ответили? Молчите? Ну тогда я скажу. Если вы действительно настоящий мужчина, то займитесь мужским делом. Где это видано, чтобы здоровый парень доил корову? В газетах пишут, по телевизору показывают, что это и мужская профессия, и я люблю ее. Думал, вы меня поймете. Подождите, Мукадас! Простите меня. Я не хотела вас обидеть. Я хочу гордиться вами. Неужели не понимаете? Здравствуйте, Гульбахор. Здравствуйте. Какой хороший мальчик. Племянник. У нас тоже мог бы. Не надо, Анварджон. Простите. Это наша птицеферма. Нам нужен толковый техник. Да такой техник, который разбирался бы в этом хозяйстве. Птица ведь она посложнее самолета устроена. Хорошо построили. Это наша новая ферма. Сюда требуется знающий специалист-механик. Такой, чтобы со временем и заведующим мог стать. Что за цемент в фундаменте? Если марки ПО2, то долго простоит. Откуда ты знаешь? Если не секрет, конечно. Приходилось иметь дело на учениях. Молодец. Спят послушные ребята там и тут, колыбельную им звездочки поют. Прилетает к ним жар птицы вечерком, в каждом перышке ее волшебный сон. Shani, Ida Gaur.
Вот наш новый летний детский сад. Здорово. Хороший садик. Даже представить не мог, чтобы в колхозе был такой сказочный детский сад. Мы специально сделали так, чтобы дети с малых лет понимали, что такое родная земля. Мы, взрослые, должны воспитывать в них чувство любви к своим землякам, к их труду. Тебе понятны наши цели? На все 100, Султанака. Я все умею. Плотничать и строить. Только прикажите, что угодно построю. Нет, здесь необходима помощь твоей матери. Она поможет. Я верю в это. Хорошо. Молодец. Умница, хорошая работа. Непонятно, Гульбахор, что с тобой? Что происходит? Откуда этот узор? Где ты его видела? Этот узор не похож ни на один из известных мне. А ведь я, казалось, знаю все рисунки. А твой так отличается от них. Нет, я не говорю, что это плохо. Просто хочу знать, откуда. Не хочешь говорить? Ладно, дело твое. Раз так, иди работай. Весна в этом году хорошая, сена много. Хорошо, что я встретил вас, Фирузахон. Хочу поделиться с вами одной мыслью, которая... Я тоже хотела сообщить вам одну новость, но... Я слушаю вас. Говорить прежде женщины не совсем вежливо. Итак, что же за новость? Как говорят, женщине слово, а мужчине дело. Нет, я вас послушаю. Пусть будет по-вашему. Я хотел сказать вам, не поторопились ли мы с вами? Отменить свадьбу? Да, мне тоже так кажется. Дело в том, что сейчас я видел Зафара. У него и впрямь душа болит. Рассказал мне столько подвигов, которые он совершил. Думается, половину он присочинил. Мой сын выдумал? Что вы хотите этим сказать? Что он хвостун? Нет, он мужчина. Настоящий мужчина. И если не совершил этих подвигов сейчас, то совершит их в будущем. Потом, ваш Зафар, извините, наш Зафар, будет хорошим работником. У него отзывчивое сердце, и здесь любовь. Знаете, Султанака,
По правде говоря, хотя Зафар мой сын, но сердце мужчины потемки. То ли дело девичье сердце. Оно чистое, как вода родника. Все написано серебром или золотом. Скажите, султанака, если у девушки вышитый стебелек вдруг зацвел, что это значит? Это значит любовь. Верно, султанака. Наше искусство древнее и вечно живое. Его сила в традициях. И вдруг эти новые узоры, новые и прежние. Что вы на это скажете? Любовь? А что, как у всех и как у никого? Опять любовь? Да, нашим молодым повезло, что их любовь находит отклик. В сердцах председателя колхоза и мастера цеха. Да, теперь половина моего сердца в мастерской, а другая половина в детском саду. Значит, вы согласны? Да, султанака, согласна. Я надеюсь, что и у Гульбахор тоже хватит любви и для мужа, и для любимой работы. Тебя с цветком сравнить я рад. Мне птицы о тебе твердят. О, тополь, как волшебный най, мне о любимой напевай. اومدیلم با پرواز در کوی سر بی تناز اومدیلم با پرواز در کوی سر بی تناز خواهم که او برای با شرم و خنده و ناز با شرم و خنده و من از سما ببینم سر باقی نم شکفتم اما کجاست جانا در خوابی ناز خوفتم در خوابی ناز Субтитры сделал DimaTorzok.
Я им сказал, что наша любовь настоящая. А они? Они знают, что сказали? Знаю. Мои родители твердят то же самое. Я им прямо сказал, мне уже 18, и по закону я имею право жениться. Молодец, Мукадас. Я сказала то же самое. Тем более, по любви. Верно? Верно сказано. А знаешь, что говорит мой отец? Разве ты понимаешь, что такое любовь? Мои тоже так говорят. Сестра, что такое любовь? Любовь? Как бы тебе объяснить? Любовь? А, поняла, что это такое. Сейчас пойду и позову его. Зови, не зови. Амаки Зафар. Апам гуфтки. Шмо бахоной. Сестра сказала, чтобы вы пришли к нам домой. К вам домой? Да. Так и сказала? Да. А может, она к нам придет? Бибигуль! Я ему сказала, а он? Он сказал, чтобы вы к нему пришли. Я к нему. Виноват, но как же быть? Еще сильна обида. Нет, не могу тебя простить. Любовь моя разбита. Мне день не день, когда тебя я не увижу снова. Ах, если это не слова, поверить я готова. Шарманда, суям назаре афкан, суям назаре афкан. Болут намаханда, болут намаханда.
отдам тебя в детский садик и сама с тобой буду ходить. Ребенок тонет! Помогите! Люди, помогите! Гульницо тонет! Раиса Моха, 5 лет, как председатель, похоронил жену. И Фируза без мужа. Пора им быть вместе. Помогите, ребенок тонет! Быстрее, быстрее! Помогите, помогите, Гульбахор! Зафар, разве моряки тонут? Да умею я плавать, хочу, чтобы она поволновалась, понял? Все понял, давай. Простите меня, друзья. Я обманул вас всех. Никакой я не моряк. Я служил в строительных войсках. Простите. Милый мой, почему же ты скрывал от меня, от всех? Смотрите, какой он скромный. Такую прекрасную профессию имеет. Строитель. И не говорил до сегодняшнего дня. Ты самый лучший мой, Зафар. Вы что, не знаете, что я лучше всех мальчишек плаваю? Пошутить нельзя. Thank you.
شدی؟ باز در خواب مانده. Аскарий, который Кадыров, бодр. Рядовой Кадыров, опять проспали? Дом снился. Это хорошо, когда снится дом. Снится мать, отец, родные. Но вы солдат. Вы защищаете их мирный труд. Нашу прекрасную землю. Боят фарзандони, содирки, ватани худ бошит. Ин карзи. Граждане Шмоста.